19 сентября 2016 года, вечер, работаем на улице Черновола, вблизи улицы Рыбалка. Здесь водитель автомобиля ВАЗ, оставляя 40-метровый тормозной путь, врезался впереди идущий автомобиль. Говорят, что патрульные оформляют аварию, признали виновным водителя автомобиля, который был спереди. Сейчас будем разбираться. Так, говорят, что водитель автомобиля спереди якобы резко перестроился. Да, как зовут вас? Ярослав Реулик. Ярослав зовут. Да, что случилось? Катился в средней полосе, посмотрев правое боковое зеркало, увидев, что у меня достаточно места для маневра, включил поворот и сделал маневр вправо, после чего начал движение, услышал скрип тормозов и удар в заднюю часть своего автомобиля. А кто у вас влетел, есть ли пострадавшие? Нет, пострадавших нету. Влетел ВАЗ-21099. Водитель автомобиля ВАЗа что сказал? Водитель автомобиля ВАЗа... Что сказал водитель автомобиля ВАЗа? Ну, как-то комментировал, говорил что-то. Нет, ну, были ли признаки опьянения, может быть? Никаких объяснений не давал, говорит, у меня есть своя как бы версия. Я говорю, ну как ты так, говорю, не затормозил? Говорю, ну вот, глянь на тормозной путь. То есть, ну, ответа я не получил. Угу. Приехала полиция. А тормозной путь полиция видела? Видели. Меряли? 40 метров, говорили, 40 метров тормозного пути. Они его как-то комментировали, тормозной путь такой? Да нет, они присели в машину. Ага, я понял. Начали оформлять протокол, начали мне говорить, что... якобы у каждого своя полоса. Это я выскочил, подрезал. То есть, ну, и на меня будет оформляться протокол. Я понял. Мы сейчас будем разбираться. Блин, тоже. Ситуации всякие были. Сам не... ДТП оформляет патрульный Prius 0882. И сейчас бортовой номер посмотрим. Так, оформляет патруль 1007. И вот автомобиль второй, в который въехали. Девушка, скажите пару слов, пожалуйста. Почему водитель автомобиля, который спереди двигался, виноват? Позовите. Там тормозной путь порядка 40 метров. Ребят, мы оформим, это все указано в схеме ДТП. Но вы говорите, что протокол составляется на водителя автомобиля, который спереди двигался. Не мешайте нам поговорить. Просто отказываетесь от комментариев? Так, от комментариев отказываются. Сейчас будем оформлять жалобу на ДИА, противники в полиции. Обязательно, да, чтобы мы лицо... Вечер 19 сентября 2016 года. Работаем в Шевченковском районе, улица Черновола, 20, неподалеку от Рыбалка. Предварительно водитель автомобиля ВАЗ на транзитном номере, оставляя 40-метровый тормозной путь в правом ряду, врезался в идущий впереди автомобиль Джили. И патрульная полиция сейчас составляет протокол на водителя автомобиля Джили. Якобы он резко подрезал автомобиль ВАЗ. При этом 40-метровый путь тормозной почему-то не учитывается. Сотрудники патрульной полиции от комментариев отказались, были очень недовольны съемкой почему-то. И сейчас на место вызвано руководство роты, руководство батальона. Мы же с полицией всегда работаем, вас защищаем во всех ситуациях. Ну, дайте комментарий, пожалуйста, кто по-вашему виноват? Ну, вот зафиксирован отказ давать какие-то комментарии.
удар в задню частину автомобіля. Все зупинився. Ну, зараз колеги підтягнулись, об'яснили їм кратко ситуацію. Моя точка зрения. Вот ваша точка зрения. Смотрите, как мог водитель подрезать, если тормозной.